Итак, всем снова доброго. У нас 17-й день. Вроде бы 17-й уже, да? Так, и сегодня, я думаю, будет барыжный день. Надо будет сдать весь хлам, по большому счету, который уже просто ломится шкаф от него. Так, джанк все-таки, наверное, сдадим. Так. Я вот не помню, Пиатрек. Он, по-моему, не будет оружие забирать. Но сбегать надо будет, наверное, все-таки первым к нему. Так, так, потом просто наверх. Так что сегодня я извиняюсь, исследований новых вряд ли мы успеем. Ну, хотя посмотрим, может, успеем. Так, включаем генератор. Тем более дождь льет, не особо, как бы, хороший день для исследований, скажем так. Поэтому я думаю, сегодня так сдаем все. Инвентарь, потому что дома уже забиты доверху. Пора бы уже сдавать что-нибудь. Так, дом, наверное, где-то вот здесь уже должен быть. Да, вот он начинается. Думаю, что ж так подтормаживает, а у нас дом прогружается. Набираем вес. Мы уже не пролазим между камнем и забором. Да, оружие брать не хочет, но забирай там мусор весь. Все, надоел он мне. Да, у нас еще куча, кстати, у него. Так, фонарь нет, броню даже хочет. Так, это мы тоже оставляем, все оставляем. Алкоголь оставляем. Все остальное нам нужно. Так, вот это, в принципе, можно взять батарейку. Это не надо нам ничего. Но, как обычно, давайте возьмем одну репер-кит. И, конечно, алкоголь некуда, да? 5 штук у нас. В принципе, достаточно. Все. Здесь все. Теперь отдыхаем, бежим к волку. Угу. Так, съесть нечего, да? Да что-то... Не ходится без маны, без стамина-то бегать. Глаз в откате. Так, так, так. Слушайте, честно говоря, игра мне прямо начинает очень сильно нравиться. Просто пипец, какие молодцы они. То есть, так все продумать, интересно. Давайте быстрее клепайте остальные части. Я так чувствую, это самый простой вид камеры, когда посередине, вокруг леса, дальше окраина. Я так чувствую, будет больше карты, например, вот в какой-то части мы... Здесь, например, карта, она будет, например, больше. Какой-то части здесь будем ходить, потом дальше откроется, дальше. Вот такой вот хочется тоже, как бы, чтобы сделали вещь. Пока, конечно, надбавок нет, то есть, учитывая, что все-таки это альфа, я не пожалел то, что заплатил денег за нее, потому что они молодцы, работают, постоянно дополняют, то есть, прислушиваются к советам игроков, вносят, в принципе, если что-то действительно... стоящие предлагают в игру как изменения. Потому что пока просто вообще никаких нареканий. Ребята молодцы. Так, это как раз был, наверное, да, танк РФ. Мы дальше бежим. Давайте отдохнем немножко. В принципе, сейчас все сдадим, и можно как раз продолжить, наверное, отсюда. Здесь, наверное, вот здесь нет ничего. Можно будет пробежать прямо, посмотреть там. Но я так думаю, там ничего нет, по-моему, я там был, потому что... А у нас теперь броня. Мы теперь крутые ребята. Так, волчок где-то здесь должен быть.
Будем посматривать все-таки, может быть, где-то чемпер. Так, давай-ка забирай. Ой, а чё, они вообще ничего не стоят, ё-моё. Да, это не весело. Я-то думал, он вообще тут хотя бы по стольнику будет их забирать. Батарейку давай сюда. Лохмотья, что ли, еще взять? Давайте возьмем лохмотья. 200, блин, магазин один. Офигеть вообще. О. Вот это берем. И это, наверное, берем. Давайте еще возьмем лохмотьев. Все. Так, что мы имеем? Будем, наверное, коктейль Молотова из них потом делать. Так, перезарядили дробаш. Места маловато. Ой. Так, эти доски выкидываем. Так. Так, все. Значит, что? Значит, давайте пробежим вперед, посмотрим, есть ли там что-то интересное. Так, наверное, стоит бы нам еще взять бы фонарик, что ли. Так вот, куда его? Давайте за место дробаша, что ли, пока. Не люблю я без фонарика бегать здесь. Так, время утра еще, да? Так, все, аккуратно здесь уже. Могут быть нехорошие ребят, что такое? Нифига себе! Вот это я пропустил. Коттедж какая-то даже. А, это свиньи. Да, отлично. Что я могу сказать? Слушайте, я, по-моему, вообще не был в таком. Несколько этих включается. Так. Топорик берем на всякий. Конура. Свинья мертвая. Есть тут кто? Нету? Ну, отлично. Пойди, сейчас будет какой-нибудь лут опять. Докхаус. Это вот не тот ли докхаус, в котором я как раз был? Берем гвозди. По-моему, вот отсюда мы и убежали, нет? Все что-то заколочено. Так, ну ладно, я думаю, пойдем через обычную дверь, посмотрим, что там будет у нас. Все-таки броня теперь есть. Свинья, я думаю, не просто так мертвая лежит, да? Только мы ее облутать все равно не можем. Свинья лучше не трогать, иначе они все могут накинуться. Фига себе, две пары гвоздей, блин. Это я лоханулся. Это что такое? Угу. Так. Что это? А, ну это этот фермер, блин, долбанутый. Кстати, походу здесь дикари были. Так. А код, я так понимаю, у него есть на флайере, наверное, его. На 5. 5 куча всего нужного, вместо 0. Баф. Ого, офигеть. Чё, стамину, что ли? Давайте опять стамину прокачаем. Ну, мы вообще превращаемся в супер. Так, может быть, за шкафом, правда, что-то есть? Нет? Ничего нет за шкафом? Но то в шкафу, как обычно, куча всего. Ё-моё, что-то прям не было. Сейчас куча.
не было тряпья. Так. Ну, вот это, конечно, облутать еще надо бы прийти сюда. Но благо мы знаем, как, в принципе, сюда попасть. Нету места. Так, еще же у него вот здесь вот эта вот фигня, которую фиг пойми. Что это такое за мел? Что-то написано, по-моему. Может, код? А, ну это вот как раз кто камнями-то и кидался, чувака здесь. Свиньи загрызли. Так. Так. Нет, стоп, не то. Не то. Флайер. Вот по сути здесь, я так понимаю, должен быть какой-то код. Но я его здесь не вижу нигде. Кто, если кто-то знает код? А, кстати, об Гагарин же мы тоже, по-моему, не нашли. 1961, надо попробовать. Не тот. Ну, здесь что-то вообще ничего не понятно. Вот я вижу 25. Там, по-моему, вот как раз код был 25-24. Или 24-25. Вот 6-7. Двенадцать ноль шесть восемьдесят девять. 12-06-06-89. Нет. 06-89. Нет. Трофей, ключ. Так, может, он здесь что-то написал? Девяносто восемь. Остальное нам предлагают подобрать, да? Классно. Ха, да теперь заколебешься. Да не, это геморрой. Чё, неужели никак по-другому? А, так, наверное, у него в остальных есть. В записках-то. Вот, 98-71, всё. Как все, блин, хитро. Опа, есть контакт. Да, сюда придется точно бежать еще раз. Ёкарный ты баба, опять апгрейд. О, патрон. О, синглшот, правда, шотган. Так. Офигеть, все. Офигенных бабок можно с этого всего срубить. Так. Ну чё, теперь жизнь, наверное. Угу, отлично. А раньше никак нельзя было бы это сказать. Валю. Надеюсь, хоть продать можно будет. Да, плохо. Да и скорее всего по мане то же самое, мне кажется. Уже никак. Ладно, сюда придется еще раз нестись. Так, сейчас это волку, что можно будет сдать, сдадим. Пора бы уже и возвращаться потихоньку.
Обалдеть, прям рядом с Волком коттедж был. Я вроде тут ходил, как я его пропустил, не пойму. Пока день не пройдет, я смотрю, ничего не сделался. Double Barrel Shotgun это наш. А чё тут? А, апгрейд я оставил, да, блин? На-на-на-на. Так, патроны. Но все, ничего больше сдавать так-то. Так, ну да, наискосок надо бежать. Время, дело к вечеру уже идет. Да, начинали, как бы, помните, да, две полосочки жизней, и прям вообще было непонятно, как вообще тут можно жить с такими жизнями. А вон все оказывается как замудрено, то есть потихоньку, полигоньку, грейдимся, грейдимся, уже у нас вместо двух полосочек 5. И, в принципе, довольно-таки можно неплохо выставить, но, правда, против одного, конечно, против двух чемперов уже не получится, я боюсь так. Да, хороший ориентир дорога. Если бы ее не было, было бы, конечно, проблематично. И частенько мы бы пробегали мимо. Так. Все, что ли? Нет. Окно надо баррикадировать. Надо было, правда, сначала выпрыгнуть, блин. Да, бензинчик-то мало. Уже. Но топоры. Да тоже вон 78 максимум. Что-то вообще беспредел. Да это, я думаю, тоже пока сложим, раз у нас как бы нет смысла пока готовить коктейль молотов. Тогда какой у них понт? Это тоже сюда. Ну вот, в принципе, более-менее всего. В принципе, сейчас с кольчугой, я думаю, точнее, с этой... Армор. Ну, будем называть его бронежилетом. Броней, во. Я думаю, жизни в ближайшее время так сильно не будут нужны, прям моментально, чтобы лечиться. Поэтому, наверное, уберем. Все-таки мне нужен дробаш, чтобы он был быстро доступен. Так, можно сделать один антидот. Второй складируем. Так, молотов. Жуки лазят, по-моему.
Во, лопата дофига стоит. Кстати, я смотрю, тоже... Тоже разные бывают фишки у топоров. Они, вон, видите, все разные. Это типа лопата в такую стоимость, 150, то что она наточена из лучших материалов. То есть она, видимо, приходит не, в негодность больше. Formidable weapon, то есть дольше служит. Very light, легкий. То есть, видимо, замах идет быстрее вот у этого. Formidable дулит. Дулит это затупленный, плохие материалы. Better. Во, тот самый лучший топор. Вот его и надо юзать. Может, он от этого и идет различный этот урон. Интересно. Так, ну все вроде. Топорик надо починить. А это значит... Или он просто, может быть, от времени приходит в негодность. Валю 200. Ночка у нас спокойная выдалась. Молотова, что ли, наделать? Бензин нужен. Да ладно, бутылки кончились. Не может такого быть. Нехило, конечно, пол канистра на один молотов уходит. И все, нет канистр больше, да? Но зато место освободили. И кучу молотова сделали. Даже еще вам пустые бутылки теперь нужны. Которых нет. Так. Это сюда. Спички пускай внизу стоят. Еще одни спички. Деревяшку. Ну, наверное, тоже надо. Многовато уж гвоздей. А, вон у меня же молотов 3 штуки. Так, ну зато все сделали. Так, ну следующий день, то есть 18-й, опять мы будем сейчас побежим обратно. Вот, ибо там мы не все собрали. Надо все собрать. Затариться хорошенько. Это сдаем. Куча места, что хорошо. Дробаш готов. В принципе, все. Так, это был 17-й день. Всем спасибо. До 18-го. То есть уже 18-й, в общем, продолжим скоро.